совсем недавно в библиотеке я взяла книгу, большая книга о космосе. Она мне очень понравилась. Из книги я узнала, сколько планет в Солнечной системе, что такое астероиды и суперзвезды. А еще я узнала, какая планета вращается лежа на боку. Оказывается, это планета Уран. Прочитав эту книгу, можно узнать, где находится большое красное пятно, а также познакомиться с мощными ракетами, космическими кораблями и телескопами, помогающими нам познавать космос. Книга очень интересная, в ней много больших и красочных иллюстраций. Они могут даже разворачиваться. Советую всем детям прочитать эту книгу.